скорее всего, рогомаг какой-нибудь. Ну, здрасте. А рестер-друиды протопал тебе ни о чем не рассказывали? Ну, блядь, ты говоришь про мету тогда или про мету сейчас? Типа сейчас тогда, количество накопленных... Ну, а сейчас количество накопленных зданий с этапах, оно гораздо выше. Ну, типа, очевидно, что, ну, децеп... ну, рестер-друид с протопалом — это хуйня ебаная. Да, только топ-1 они держали. Ну, да, окей. Тогда, когда чел, ну, когда это был новый фреш патч, да, окей, может быть. Ну, типа, сейчас там мета другая будет. Сделан, чтобы играть с прегом. Тогда и челики с бафом давали 15 тысяч целка, а сейчас челики без бафа дают 15 тысяч целка. Типа там, блядь, сидят челы, которые всю жизнь тренируются, чтобы тебя выше 1800 не пустить. На офе. Ну, на офе из-за коммерции дохуя, да, таких челов. Ну и типа... Вот мне господин, блядь, уважаемый пишет, сейчас бы сравнить с тем, что было. Мафия ебаная вот это. Спасибо, палец. А, надо еще эту хуйню включить. Сделай релчек. Я это релогнусь. Сол, ты будешь эту фласку брать? Не, у меня 2 часа висит, ты плюс, я взял уже. Ну, ты... Возьмите... Мне, чтобы кому-нибудь дать вот это, чтобы на приста передать. Возьмите кто дуб-фласку, чтобы присту дать оба. Я могу кому-нибудь дать, у кого, не, у кого выпито уже. Там уже рассосал. Ну, короче, потом кому-нибудь дам. Ой, Макрейну дам. У меня лежит сумки лишние. А где, блядь, Георгич, на чем молчит? Даже рад. Сейчас такой, бля, я замутан был, да. Че, Сул, maybe в среду тогда Лоба пусть тоже зайдет за шипа, не? Ну вот в среду у вас вообще легко Лобу может на шипа сидеть, у вас там сова. Типа, у меня уже ножи все собраны. Типа, мне... Ну, типа, палку там собирать нет смысла, не успею. Ну, нет, но, ты типа... Палку ты не соберешь, ясенько. Ну, собираешь параллельно с ДД потом. Ну, типа, да. Алло, блядь. О, привет, Йорхич. Как дела? Меня все время было не слышно, да? Да. Ну, все. Я понял. А ты сам не заметил, что с тобой коммуникации нет? Вот, не, мы просто применяли психическое насилие. Такой вуд был, что я думал, что всем просто похую, как всегда. То есть, блядь, сидишь себе, общаешься сколько, минут 15. Да, на самом деле это так и было, просто мне в ПМ написали, не игнорили Йорхича, и мы разыграли эту сценку. Ясно, понятно. Они обиделись на тебе. Так у кого фласка выпита и дополнительно нет, кому дать? Мне давай. Я же тут сижу, говорю, мне. Ясно, мне фласку на силу, не дает хилам почилить. Давай, что-то. Не даю хилам почилить. Вот ты, мразь. Извините. Сволочь. Бля, ну дал бы хилам почилить, блядь. У тебя что, опять тринка на СТР? Хил заходит в игру, чтобы не играть, блядь. Хилы такие заходят в игру, такие, бля, вот бы не хилить сегодня. Ну да. Вот бы, чтобы было прям максимально просто, блядь. 3, 2, 1. Вот бы прям... Если один паладин на Альянсе, начинается ник на Т, заканчивается на Эмпер. И говорит, что надо, блядь, дать хилам почилить. А, ну, блядь, почилить и в сауне, блядь. Ой, что у меня? Ты орёшь, ебать, ты точно... Да я мотор вчера ебашил. Вот, смотри, я даю хилам почилить, я лужу ловлю на варе. Ублюдок. Kill me if you can. Блять, опять в ебенях эта хуета стоит. Слаутер проебан.
Так, сегодня будет нытье про колосса или не надо? К своему мушек кинуть их потом. Они мимо троп пробежали. Сейчас будет нытье, что кто-то в дырку провалится. Кто? Не знаю, сейчас посмотрим. А, блядь, ну ты заебись водишь. Держи в курсе, ну. Так обходи. Действительно. Чё это я? Бля, вот я сейчас в форме кота бью дрона, короче, блядь, и не даю крамбику почилить, нахуй. Чисто. Блядь, чел, ты можешь что-то по игре нормальное говорить? Нахуй этот флут твой, блядь? Ну. Чё ты мешаешь, блядь? Заткнись. Ну вот именно, блядь. Тихо, блядь. Пиздец, не дал почилить, нахуй. Еба. Можешь заткнуться? Я залез. Сори, РЛ. Нет. Я РЛ. Кто ты? Я РЛ. Угу. Снимите. У меня там вот когда... Угу, почему? Блять, сразу в лужу нахуй поднялся, это как? Ебать. Run away, little girl! Run away! Дрона, бейте быстрей! Сейчас залезет. Куда он, блядь, залез, нахуй? Маккейн залез. Я залез. Я сейчас умру. О, хп не путайте. Ага. Эй, бить на хп. Да. У меня Слаттер опять в паре ушел, как я поднялся. Хуйня. Слаттер. Бля, вот бы еще Акация Войс подрубил и говорил, сколько у нее вердиктов критует. Ну, поймай, пожалуйста. Хуяно было. Ну, я сгорел. Ясно. О, покушал. А что с мобами? А что вообще происходит? Что происходит? Что происходит? Не, ну что происходит? Стою. Да какой нахуй стою, блядь? Я не буду эту хуйню пулить даже, пизду. Стою, блядь. У нас босс спускается. Круто. У нас сейчас два дрона будет. Один, почему? Два. Один фуловый, вот второй сверху, и вот сейчас еще... Сверху нету дрона. Есть. Есть, там... Он стоит в яре, половину не видишь? 30%. А, нихуя себе. Ну что-то они слишком быстро пришли. Что ты сверху делаешь на третье поднятие, Фукан? Фукан Джикс. Хуй ты там на третье поднятие тусуешься? Так в смысле, нахуй, там нормально все. Ну так, ну заколь, спустись, помоги. А ничего, что мы договаривались изначально, что ты первое, второе поднимаешься, а третье внизу. Ну забыл такое, но скажи, блядь, трудно заколить, что проблемы внизу? Я увидел в конце, когда умер уже Ксу. Ну так ты же не внизу. Знаешь, как я умер? Я, короче, двух, ну, пауков поймал, и у меня тапки сгорели в этот момент. Хм. Вот в чем как бы проблема. Лоб попросил поймать, потому что у него фиксейт был. Окей. Ну, бывает, чего. Угу. Ебать, панику развели, пиздец. А мы тут не пройдем, наверное. Ясно, пришли эти челики, слов классик. Механики слакают. Надо резни. Зачем мы в классику начали играть? Ну, пиздец. Да, сок идет тебе. Дети или чё? Ножиком подковырни.
Че, она теперь на тебя опять идет. Заебал. Блять. Синах, короче, реснет. Какой арес? Ну тут толпа на голову. Давай, 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 давай. Лоба. Да подожди, тут Шенок. Толпа народу говорит, тут Шенок, тут все, блядь. Ой, блядь, Шенок. Нарвет, вызвали Шенокса? Бля, Акация опять без настроения, нахуй вообще он в рейд приходит такой. Так он скоро гиги накопит. Он мне наверху уже успел написать, что я его заебал. Гиги за шаги. О, смотри, лежат. Не бегут, не рисуются. Часы. У них по графику отжимания. Сразу видно, на Лича не играли, там масс-реса нет. Кстати, Ксул, а что там, типа, сейчас перед каждым боссом дебаф снимается с Гера? Типа да. Охуеть. Ну, и КДшки рисуют, да? И КДшки, да. Охуеть. На классике, как на нормальном, специальном этом. Там Санвел за 25 минут проносится. Если чё. Кодис, Ксул. Ксул. Кодис. Do you play comp with? Так, на секунду. Сейчас, когда готов будешь. Кушайте лемы без палки, конечно, блин. Залез. Обратно уже. Опять мне прямо в нитку уже. Run away, little girl! Run away!
Я залез. Блять, это гриб был, да? Я думаю, что за хуйня? Не гриб был? Нет, тут лаги с тех сторон. Пиздец, я поднялся с той стороны, нажал... Ну да, тебя протянуло туда. Не было. Я нажал ботинки с той стороны, побежал сюда, и меня портнуло. Я вообще не понял, прикол. Ёбаный рот, тут дуже пиздец. Run away, little girl! Run away! Залез. Ебать, это что нахуй? Брат, он уже в центре. Я тоже не понимаю, что за хуйня внизу происходит. Лоба? Стоял. Надо хелпа по вот этим. Блять. Ты ёбнутый или чё? Да, я ёбнутый, блять. Ловлю лужу, блять, и в ней умирает Тика. Ну что, блять, как я? В чём я ёбнутый? Не, ну, блядь? Наверное, это мы виноваты, да? Не ты. У меня кадерис. Прыгивайте. Помогите внизу, там, пиздец. Я просто... Вот ты начинаешь вот бомбить, да? А я вот просто не вижу, еще ни разу не увидел, чтобы в это время у тебя 40 тысяч было. Ни разу не увидел. Вот самого конченного глиномеса из Вени открываешь, у него 40 тысяч на сурве. Соло. А у тебя до сих пор да, выше 30 не поднимается. Ну, глиномес из Вени, наверное, вар не крутит? Охуеть, это же, блядь, ничего не имеет значения, да? Какая нахуй разница, блядь, сколько ДПС, чел? Какие, сука, плагины? Да, в смысле, Макрейн, при чем тут не крутить? Если депа смола, это мокрый гнал. Бля... Типа, мне даже лучше, если ты ебанешь БШ, и так я на трону похуярю. Я это к тому, что пауки в центре ходят, не убиваются. И при этом ты еще и умираешь. И говоришь, типа, что это, ну, не вообще не твои косяки. Мам, нахуй. Неплохо. Разбежечка. Ну, надо класс с хилом просто сделать. Угу. Если вам не даете хилить. Почилить, да? Я понял. Так, последний хил в 3.24, понятно? А, так хил очередь получается. Так нет, типа... Камень не съел, все ясно. Там две хуйни от дрона прилетело. Камень не съел. Ну и плюс лужу взорвал. И камень не съел. Бля, я же тоже на том пуле нет. Все, блядь. Могилу себе вырвал. Ой, бля, ох уж эти дети лича, бля. Пиздец. Удаляйте нахуй, пожалуйста, классику. Классику. Пиздец, привык лежать одну кнопку, нахуй. Ноль механик, блядь.
Но... Пришли на нормальный контент, нахуй, сразу обосрались, блядь. Ёбаный ворот, долго думал. Мокрит это правда говорит. Ты привыкай вообще, в принципе, делаешь, что я всегда прав. А ты хуесос. В среднем. Ты еще тоже... 50. Тоже дитё лича, блядь. Чел, я гениальный дитё лича. Чел, блядь, на сове больше 20 не пукает, ну. Чел, 20. Обсмотри логи просто, блядь. Вот зайди и посмотри логи. Тоже какого-то ноунейма слышите в Дискорде? Я гениальный сосок, топ-1 на Шинксе. Ну, может, уже не топ-1, кстати. Ну-ну. Ксул, давно смотрел Шинкса? Че? Да, давно. Я вчера смотрел, там топ-1 маг какой-то 46 тысяч. Угу. Может, больше ничего не бывает. Маг. Хуя у чела ник фуловый чел. Ебать, долго думал, интересно. Злое пучка. Бля, это отдельный вид искусства, ники. Че, с ковальтами, что ли, сидишь? Да. Брязь. Так я еще во время боя успеваю, по-моему. Бой, блядь, квестик сделали. Даже быша крутится 6 секунд, за это время можно свернуть. Да-да-да, за это время можно успеть альтабнуться и одно ГКД нажать. Да я шучу, конечно. Я бы Верг Детейлса тогда не охранял бы. Кто ты без быша маленьких? Колосс, Мортал, Дед Калм. Аптайм. Аптайм. Только и слышно, что слово в паре. 5, 4, 3. Да вам будет скучно, будете сидеть тут, блядь, от скуки дохнуть, если я не буду ныть, блядь. Акация вон сидит, блядь, в муте пердит, как обычно. Даже чат он... ничего не пишет уже, кстати. Ничего не говорит, не настолько пишет. Настолько заебался. Блядь, не знаю, как будто он не в игру, блядь, зашел, а на работу, нахуй. Опять работать? Нужно построить зиккурат. Нужно построить зиккурат. Блять, ты пиздец. Смотрели? Лучше позвоните Солу. Что? Сериал «Лучше звоните Солу». Нет. Спрашиваю, смотрели ли. Нет. Ебать, ты чё нахуй? Я залез. Ты, блядь. Ты я покрутишь наверх, там? Да, да. Заебись. А. Похиль, крамбик. А, все окей. Мать уже ювелирно. Ой, ты тут нет ничего. Run away, little girl. Run away.
Просто Джекс чуть подзадержись. Я бью дрон. Хотя бы ше. Я не бойтих не даю. Последний. Ах, ну тут спиннер в 6 штук, блядь. Ладно. А чё, вы там справиться не можете? Ебанище. Нормально? Цепной хоксу. Там добей. Вас спиннеры бы заплевали к ебеням, если бы их не покрутил. Блин, ты такой крутой. Ну. Я поднялся. Главное, что не упал. Это не тот бот. Да нет, тут тоже бывает. Ну, было. Ну, сейчас у меня, походу, будет я упал. У меня не будет. Нет, это я упал. Бля, когда урон, короче, от фоллина получаешь, надо тебе прописать, чтобы у тебя войс был за ВДВ. Когда урон от падения. Хуяно было. Убей. Похавало. На 20 подстопните в дрина, пожалуйста. Все, я добью. Нихуя кольцо. Тут больше вайпаться, походу, чтоб нужный лут падал. Это первое, да? Просто нуб на ханте 30 дал и сразу кольцо. Ну все, ты обидел его, он ливнул. Извинись, пожалуйста. Я извиняюсь. Ой, Шенекс только крутил, блин. Оба, извини, вернись. Ясно, мокрый не покрутил, оба с ракет дал. Слышь, этот лобок. Помнишь эту картинку про Ведьмака 4-го, типа? Медальон. Но. А ты в этом, в третьем, когда за Цири бегал, не обращал внимания, какой медальон у нее? В верхнем левом. У нее... Ну, чего вы на Шенексе стали, я не понял. Жили-то пошите. Чего? Ебаньте Сумон. Че ебану? Ты че, не Винни? Ну, все. У нее ласточка. А что ты не Винни? Нет. У нее такой же медальон, как на этой картинке. Когда за нее бегаешь. Да? У Цири? Угу. Блин, что-то Йохи еще ничего не говорит. Опять замутался, наверное. Походу. Вы ебанутые, блядь. Извини, блядь. Мне казалось, что думаю, это очень смешно. Заебали уже, реально. Ебать, если мне еще раз кто-то нахуй не ответит на мои вопросы, я, блядь, гореть буду. Вот просто реально всем похуй, настолько на меня, блядь, сотрут. Най, сыграем, пацаны, блядь. А куда мы идем? Нахуй? Кто здесь? Реалита. Ну, я не знаю, Йорхича слышно не было, я так и не понял, куда мы идем. Да? Разве? Хуя как-то... Вот такой? Нет. Нет. Вы что? А мы что, бот по героизм скидываем, что ли? Не, просто умираем по приколу. Да, хорошо, что на лече нету лавы. И так не сделать, конечно. Есть, у Сартариона. Так, а, блядь, это дракон, где там волна вот эта, да? Угу. А, это босс с одной механикой. Ну и можно еще? Мы в ковше попрыгнем. Ой, это пазл босс. Бля, я буду кататься там. А будет звание какое-то? Лава-серфер.
Вот это мне надо. Можно еще раз резнуть меня? У меня КД намаз был. Какой намаз? Ты что, мусульманин? Ксул, ну короче, хоть договаривались, да? Давай, хорошо. Чисто ноги? Чисто разъеби, ну блять, ну это типа, это просто профитно будет. Разъебите ноги. Ну что, ВДшнуть это искру не забудь. Так, сейчас. А я рефлект тоже себе 1500 пол хп выебу, да? Нет, сказать. Конечно. Ой, бля. Five, four, three, two, one. Фазу забрали? Да. Хз, нахуй их ты скидываешь-то? Череп. Череп. Квадрат. Квадрат, квадрат, квадрат. Череп. Череп. Квадрат, 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 квадрат. Пей. Квадрат. Магмафлот центр. Череп. Череп. Череп, 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 череп. Квадрат, 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 быстрее квадрат. Череп, 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 череп. Привет. Магмафлоу центр. Череп, блять. Можешь следующие фрагменты подбросить? Квадрат, 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 полквадрат, полквадрат. Я просто скажу. Полквадрат, блядь. Череп. Череп. Магмафлоу подбросил. Квадрат, 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 блять. Череп, 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 череп. Квадрат, пол квадрат, пол квадрат, пол квадрат. Череп, 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 уже череп, 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 блядь. Ёбаный ты рот, нахуй. Квадрат, квадрат. Квадрат. Череп, череп. Пять. Череп. Квадрат. Квадрат, 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 квадрат. Череп. Ебать, хорош. Череп, череп, череп. Квадрат, 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 квадрат. О, сдаю. Полквадрат, полквадрат. Череп. Череп, 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 череп. Череп. Череп.
квадрат, 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 квадрат. Ясно, вот говно, как всегда. А ты чисто спарку дотал, да, еще? Ну, да. Угу, нормально. Ну хз, комфортно. Ну у него по спарке больше, чем у тебя. Really? Да. Как будто он не только ее дотал. Да, я да. Кофейку налью минуту прямо сейчас. Прям. Ой, ты завтра не будешь как овощ? Запустим. Ну, чтобы Геру скинуть. И чтобы Поушена скинуть. Если будет. Я Анха могу стать. Ну ладно. Я Ресну. А, ну вот. Запустите тогда. Ты умрите там, а я сейчас запущу, чтобы вас не притянуло. Давай. Да блять! Лох. Ох, ты не сдох. Ты я сдох. Потому что лучше альтабнуться на лича, посмотреть, какие у кого. Я только подошел к компу. Я же говорил, что я отойду на минуту. Ну ты с тобой взял и не смотрел. Че, блядь? Выход, идите там в огонь, прийти. А кто ресурс будет? Син? Давай, давай, давай. Давай. Ясно, Син без ДПС кулдауна на боссе. Так, после какого взлетаю? После первого? Ну, да. Типа, всегда после первого я и Йорки еще остаемся там. 5 секунд. Да, надо будет еще раз через 25 секунд скинуть. Через 2 минуты. Ой, через 50 секунд. Нет, через 20. Всех ножик, ножик. Это долбежка, Фиолита уже заебал на речничку, жал. Убежка с реалитом. Ну, поверши, поверлифтинг там. Вон. Рис. Вольта белока качает, походу. Сидел, поел, блядь, и мастрес потом жрет. Чел, ты тут, нет?
Resurrection на панель вынеси, пожалуйста. А, бля. А, это снова ты. Да. Ходил вчера с 18 левелом на присте, говорит, бля, у меня нету рез. Хорош. Ну а хули квест не сделал? Ну, там только у паладинов по квесту. Он просто плампы хотел. Монстр килл. Рут Кранчер. Бля, Макрейн, жалко, что ты... мы не в одном городе живем. Ты в кого попили? Пиво попили. Я с ним подружиться хотел. Ходили бы в зал, ебашили. Друид бафа нет. Был бы кайф. Дай мне, дай только баф. Поебашить я не против. Я крашусь. Я бы хоть раз посмотрел, как ты плачешь. Закрасишь за губа? Ебало натираю кремом. Посушила. Блям, у нас погода просто пиздец. Да, гигиенической помадой. Танчишь в соло на рисе и наряжаешься перед двумя птенцами. Так, бля. Йорк, я ебав твирит.
Сколько там, типа... Что, можно было еще раньше, да, дать Белл? Угу. Да, можно. 4.58. Если... Я ориентируюсь просто, когда там битве до 35, то уже да, можно. Да, она давать. Внизу оказывается, уже просто... 40 минут даже давать можно. Там, можно в 4.10 давать просто. Чинок задитят. Ну, вот что могу сказать. Давайте похлопаем нашим летунам! Ну туда, да. Молодцы. Могли бы, конечно, 70 дать. Не прошло и 2.5 месяца, даже 3, как они наконец-то сделали все красиво. Ну все, все. Да иди, да. Кто собрал все кольца за первым этой? 50 секунд. Да. О чем? Красавцы, красавцы. Базару Зиру, ты Саб-Зиру, блядь. Кем этот хуй разговаривает? Мы вот одного чего? Кто-то что-то говорит, стоп, что? Спидки yes. Или похуй? Один хил, yes. Топ один? Натуре? Кажется, где-то влось. Перебили, не? Дайте мне срез, пожалуйста. Да, давайте шкаф, я пойду в демона. Перебили. Выше среду перебили. Ну, выше среду перебили. Ну, там 9 перьев было по-любому, а здесь 8, правильно? Мама. Было бы тут 9, был бы разъеб. А ты второй взлетал, да, тоже? Да. Да, я на второй взлетал, и я взлетел, блядь, там, на последнем пере. Вообще пиздец. Там. Угу. Fastest kills. Дайте масс. А почему? Конь, слети, спек делай. Или сегодня что-то. А да, хороший. Короче, лоба, ты с пула наверху, потом грипнешь меня. Ну как, в среду сделаю. Окей? Окей. Да, в натуре у нас 17 дней назад самый, ну, по фастовее килл был. Там было перьев 9 просто. Да хуйня это все забейте. Там просто она опустилась до легеру и через 15 легеров босс. Чё такое дело, да? Одну а, ты подписку оплачиваешь. Фанпэй. Тайм-карту. Дайте фулбас. Да. Угу. Ну а с КД-гера мы стоим АФК минуту. Ну а баф-то можно. Тайм-карта продается на фонтей. Адис, можешь пока не стакать? Ну да, туристская. По код присылают или что? Угу. Да, да, да. Но я европейскую покупал. Ну ты турецкую покупал, скорее всего. Нет, я покупал чешскую. Я покупал ну, типа, чешскую. Турция это Европа. А, чешскую тоже можно, значит. Так ты чех. Yes! Yes. Подесите в жопу. Ну чешская она просто походу подороже стоит, она 33 евро стоит, короче. Смените меня. На 2 месяца. На 2 месяца 33 евро. Вот. Ну хотя, подожди, сколько ты самон? Да вон рядом сидит, блин. Скажи ему пусть кликнет. Но это те же 2к рублей. Ну бонг? Даже 33 евро, ну да, 2к рублей плюс-минус. Bonk.com? X-хамстер. Да. Я тебя грипну и вниз спрыгнул. Дай призбав. Ой, блядь. Ну ты такой... Выкиньте его! Не надо, у меня Гера. А, у тебя Гера. Мне показалось, что это вообще символ. Что, если упал, значит сразу синхо? Не, просто по виду как-то на разбор. Аделька просто. Синхо, где у тебя тринка вторая? Так он за 1000 очков, как на мадре без нее бегут. Не завезли. Ты стример теперь, и тебя за, да, за коины типа стринки снимают, блядь, раздевают тебя на стриме. Ты там истерию кинь на колледжи. Ты опасно лоба делаешь, тебя могут это там... Как спонсора признать. Не, я же... Ну там, короче, схемка. Интересна. Я просто хотел так же сделать, но меня просветили там, что лучше не надо. Так нет, я типа смотрю... Иди на гентами потом. Да-да-да. Мне
чел с Украины оплачивает своей картой, и у меня аккаунт на Украине зареган тот. Понятно, а как ты ему переводишь? А я ему перевожу через FunPay. То есть он на FunPay делает офер, типа голды в Армении. Вот, я ему просто эквивалент закидываю. Хуя, у тебя там схема. Так подожди, а ты на окей через FunPay, а как ты закидываешь? Все равно на карту. Голду-то тебе дают на Армении? Все равно на карту. Голду не дают. Пиздец, ты же ему все равно на карту скидываешь. Нет, я ему, смотри, я ему... Или какой-то счет. Нет, на FunPay он, есть. Он себе выводит, знаю. Он себе выводит. А выводит откуда? FunPay, типа? А, то есть ты как бы на портал FunPay закидываешь, все понятно? Да-да-да, FunPay это посредник, получается. Тогда ладно. Ну, типа, это экономия 800 рублей, получается, за 2 месяца. В смысле 800 рублей? Ну, 1200, получается. Плюс-минус. На туре? На 2 месяца, да. Я потом у него тоже возьму. FunPay заказывает. Какой ты простой. Слышь, Лоба. А чё? Он скоро будет брать комиссию, короче, рублей 500, мне кажется. У меня нету демона, если чё. Кока. Нахуя, да? Хоть на белку, может, оставишь? Ну, на белку уже будет. Ну да, тут еще 4 минуты просто. Да хуя. Да на Алисе его, наверное, нахуй не надо давать. А, ты давал на Алисе? Угу. И сколько он набил, да, чекнем? А хуйню набил. 246 тысяч. Джикс, джикс. Ну, это больше, чем ноль. Сори. Хистерия, let's go. Хистерия, let's go. 5. Я Макрин еще курил перед рейдом. 3, 2, мотор вчера ебашил. Нет, сегодня это еще ебанул с утра. Дай вас. Ебать, а что за цифра на экране ебанутая какая-то? Станешь ли? Ставим. Гриппы. Можешь уходить. Блять, я ушел, короче. Хорош. Ты его можешь гриппнуть? Ебать смешно, пиздец. Ебать смешно, нахуй. Я не долетел. Это смешно, понимаю, блядь. Безумно. Блять, какой нахуй спидкил, ебать, вы конченые, АФК пол рейда, блять, стоит нахуй. Спидкил, блять, они делают, собрались. Помарки, ёбаные, блять. Заткнись нахуй, уй, пизду тебя отсюда, пошёл. И... Трапа на клип. Ну, она не встает, собака, трап. Долго она меня грызть, блядь, будет? Да? Я ралли дал, короче. Хорошо. На очке этот. Блядь, меня хавает. Пизда. А чё сбить каст? Бля, ну там 27 стаков. Ой, короче, парни, там я понял. ГКД, типа, упираешься и всё. Дилдом замутали. Я не знаю, есть таймер, типа. Ну ладно. За что дилдом? Так, пиздяков. Ну он. Мрисон? А, окей, да. Ну я маску. Поступлю. Чем маску? Ой, блядь! На обе, блядь. Не получается. Сыгрой. Кто не скажет, да? Ладно. Ну, а кого ты скажешь? А ты спайкой пытаешься сбивать косты или чё? Чё? Я шоком сбиваю. А, я просто у Лобы спайки. Сбиваю я в шоком. А, ты сбиваешь. А нахуй я лог бы спайки так даже? Это спайки с пола. Сейчас
все равно не понял, зачем, но ладно. Чтобы майнбласт критовый дать, когда сфера прокнута. Ну, если они прокают за первую пытку. Ну ладно. Но я так просто не делал. Может, вы что-то знаете? Просто тип 2 ГКД въебывает на это. А прикинь, у тебя и так кританет. Въебал 2 ГКД. Ну а зато 2 ГКД не въебан. Ебать, блядь. Пойдем в KFC, наденем, блядь, бумажные шапочки, ебать, и будем делать ПК-шенок со внизу в главе, блядь. KFC? Чего? Mm-hmm. Что ты читаешь? Что? Второй стоит тут, блядь, Майкла Джексона танцует вперед-назад. Где ты, блядь? Где ты? Стоит, блядь, где ты? Ебать, слово. Что у тебя с чатом на Твиче, блядь? Разрывная. Хорошо, командовский остров, я бы сказал. Дайте призов. А чё с чатом у меня? Буду всех просто с первого пула убивать. Не-е-е. А? Не, это скучно. Контент. Бля, ебать, я первый раз 70к с пула ёбнул. И такой пул засрали. 70к, бля. Бля, я с Алисы, наверное, не забрал эти камушки. 3-4-то. Потом завелись. Тут 500 тысяч наебашило, блядь, собак. Но это уже там вторые свипы были. С пула там 17. Не так много наебашил сюда. С Алисы не упал. Че, мы сейчас пулим? Алиса, кстати, быстро пропадает, если что, Джикс. Ну что? Алиса быстро пропадает, хотя на кацелинку что-то взял. А, что забрал? Окей. Ты забрал, да. Мы сейчас пулим. Yes. Простите, извините. За что? Let's go. Спасибо, Йорхич. 5, 4, 3, 2, 1. Грипы. Правильно? Я не достану. У нас два БР внизу. А-а-а. Но если Фукана грипните, может он БР? Не? Грипните его наверх. А нет, пристав внизу тоже. Вы конченые или что нахуй? Только вот скажите, ебанаты тупорылые. Как я, блядь, агро наберу на собаки, даже если меня вы реснете? Вы что, тупые нахуй или что, блядь, с вами? Чел. Какой нахуй БР? Что толку, что меня БРнут, блядь? Как реплим разве не таунтится? Я просто не ебу. Ой, блядь, иди нахуй на лича играй лучше. Пусть у тебя там таунтится реплим, блядь. Да заткнись ты, горящая жопа, блядь. Что ты нахуй так разговариваешь? Реплим, блядь, не таунтится.
Ну все, ответ, блядь, простой. Я один раз только на пале его танчил, и мне казалось, что там что-то жмется. Нет. Может быть, нет. Ну да, там таунт нажимаешь, он бежит на тебя. Ну, все. А зачем никто так не делает? Пипаем или успеем? Белка, да. А, эх, ухах. Нормально, Андрюха, напрокола тебе, блядь. Крит-машина, блядь. Не, ну, согласен, ну, блядь, ты там пиздец, конечно. На киле не напрокает. 100%. Выходите с АФК. Ладно. Украин. Мокрый там на Кате, короче, файт. Потом допройдем. За хуйня. Охуенно, блядь. Че ёбнулся там? Бей сильнее, я хуй знаю. Ты так хуярил, блядь. Я в охуенно. Гриб. Я собака ебанулся. Чё с ней, блядь? Бахну в солей.
Вадя, слушай левее, встань, пожалуйста, с нами. Что за тропы пожилые? Мы хуй рисуем. А. Тогда ладно, извините. Прикол. Ремень. Это мне? Шея! Шея! О, шея мне на инф. Бля, ну килл мусорный, 2.54. 2.43. Мне показали. Мне что демона не было, я бы намного больше... На мейн нужен кремень? Мне на... А, мне на мейн. Мне на мейн. На мейн еще дохуя кому надо. Ясно, понятно, блядь. Эти на ДК заебали, блядь. Вы чё нахуй? А вон, пиздец, ты пегалол. А-ля улю. Ах, что эти ДК, блядь, бесполезно. Beware. As I fell to the ocean floor, fading light through an open door, I saw myself rise with the water. They thought they could keep me down, hold their breath and watch me drown. Ну, мы заклюли. О, это шея надо. Из? Чего, блядь? Сагна не падает, как какая-то. Ясно, нидер нахуй. Забаньте ему лук. Это Калис? Да. А у него сколько не пихает, все мало. Я вам все сундуки открыл, всю зеленку у меня точно отправил, видите, сколько мало. Ну скажи, Кладис, вы тогда на аукцион ходите за чарками? Или вчера. Я ему как тут написал, он 2 недели у меня так чарку и не сделал. Так что как бы, ну, не напугал. Извини, это, блин, забыл табличку. Забыл табличку с рофом. Петухов наш. А, ну ладно. Петухов. Петухи запели. Запели рано-рано. За место Авроры. Остужа. Точечно резай. Через 40 секунд кастанешь еще раз. Кто-нибудь другой. Иди дохни. Не трать время.
Стис, у вас тоже перековки по 400 голды? Спасибо. Да. Это из-за тринкета. У меня нет тринкета. Тот, что куется. О, есть карта. Вот. Кольцо, да. Да хуя тоже. Ух, жети. Сейчас в классику, эх. Присты темной магии. Надо кого-то суммонить или все здесь? Все тут. Не. Сразу шкаф. Видно, сильного приста и слабого. У сильного диа есть. Ставь шкаф. Да, Лоба сам говорит, что это. Что кидать на кладице лучше. Да я, блядь. Да тут это, как его называют. Камни еще, плиз. Эти кушать варлки, которых надо просить? Да я просто что-то забыл ситуацию, где бы танк на обали руки спасся бы камнем. Вначале. Я на кристалл стою. А где? Где унитаз? Опа, а чё? Не понял, что? А как я надо рез? Давай теперь руки сдавай. Я сдам. Давай, чё за мистер Брэдман? И в текстуру типа ебанул его или чё? Или... Он не герой спрашивал. Я прошу про унитаз. Постояфиться захотелось просто, наверное. Ну все, без камней остались. Блин, а когда мака, а когда... Да сейчас и сделаю вам, пожалуйста. Мне не надо. А когда Акачи сможет надеть ботинки? Ботинки. Когда вот у него чест будет с этого. А, нет, подожди. У него шея есть, теперь он может, кстати. Чё-то он мне такое говорил, что ему шея нужна, чтобы одеть ботинки. Типа хита ему не хватало там. Что-то бинирует. Пиздец, у меня там рокировки. Минута, что бафа надо. Сфера не прокует 40 секунд, кстати. А прокует. Опять марки нету. Лифы, блин. Ебать, Джикс, такой пентиум. Ты лифы поменял? Я, да. Хорош. Устрифанулся я, ну чё, блять, уже. Да не, я про то, что ты приплсет на демона себе делаешь, но чарки, блять, на искусность не надо кидать. Так типа это не приплсет сейчас. Я знаю, у тебя до этого был приплсет, чем ботинка в метках зачарен, вместо 50. Блять, в натуре. Ладно, я дебил. Дай феррал, баф. Карл сбег. Феррал, навали марку. Я тоже хочу навалить, поэтому давайте быстрее. Бля, кладец, сделай чё? Не забудь заскринить. Не забудь сфоткать и в чат. Пирамидкой сделаю, постараюсь. Чё ты там навалишь? Всем интересно. Эмодзи высру. Ты серию вару тебя? Да. Ставлю 60. Короче, синих мне шея добиться осталось, поэтому не извини. Ага, нихуя. Теперь у меня шею, уже у меня кольцо будет. А, не. Ну, тогда, ну никому тогда обидно не будет. Тебе ж, ну, я сролил кольцо, значит, шея тоже все. Ну, сролишь, тогда ладно. Я камбик попрошу. Спасибо. Через камбика, да, можно порешать. Крамбик, сколько берешь за хороший ролл? Крамбик, соль мне вот это? А, да, хорошо. Бля, мне бы... Крамбик, ты мне на лече нужен. Я пока, блядь, вообще там ничего сролить не могу. Так он на стриме сидит, ты стрим включай, и он будет смотреть, когда благодать камбик не зайдет в тебя. Понял. Благодать, блядь. 5.
4, 3, 2, 1. Beware. Ну, начинай. Ну, я жду, когда ты идешь. А я жду, пока ты дернешь. Не проебал. Дайте бафу. Чурали Бля, это просто пизда, нахуй.
Блять, нахуй я сдох. Похуя. КЗ и так, конечно, неплохо, но да. Ты не залупа. У меня на экзекут 0 энрейджа и 0 колоссов. Прок. Вообще без. Ну, тоже хуёвые проки были. Ну, я нормально прок. Кабба, второй чест. Не-не-не. О, начинается. Жена на 8, привет. Вот это, вот это красава. Побыстрее, да, да. Там после трех боссов было. А у тебя сколько? На передоранный надо пойти чил. Там костик зачем? Какой? Ну, нет, там после рагни только сердце надо. А, там надо и сразу 250 и сердце, да? Да. Я думал, там разные кусты. Сколько у тебя джиг? Второй. Фазы? Ну, мне еще... Мне не хватает... Пошли тебе. 977 у меня есть, короче. 23 штуки. Это... А, ну нормально. Так, да. Один босс. Ну вот, как раз Рагнар пососёшь. Ему ж квест надо еще делать, чтобы пазы перейти. А что там за квест? Там очень простых. Сам просто поговорить. Ну, а. Сходишь, перерыв сделаешь. Все равно с Рагнар, но нельзя ссать. А, ну да. Рагнар нельзя сосать? Нет. Тебе нельзя сосать, запрещено. Бля, вот помнишь, на циркуле там же, по-моему, можно. На циркуле можно было, да. Вот на циркуле. На нормальном сервере ты хотел сказать. Девчате пишешь, а пол, эти сразу мод дают. Там любой сервер пишешь в чате, тебе мод дают. Вообще же как так-то, блин. Я здесь напишу, сейчас название серва, и ничего не будет. Я пытался написать в чате циркулярная пила, но не дали. Я там, видите, я ничего перекуюсь. Не банят. Нихуя себе. А чё за пилу дали, банд? Чё за бред? Чё, мы АФК 3 минуты? Ну, а, ну да. Джек, я просто готов там биться уже. Блин, бля, вот прикинь, какая залупа бомжатская, да? Типа, человек там делает себе легендарный посох, да? И вынужден ходить с какими-то синими посохами. Придумали. На лечешь этому... тоже до ТЛК, типа, синими демонами ходят, да? Не, до ТГК. Ну, там, короче, есть Волонир легендарка. Но он без сокетов. Не, я имею в виду гемы эпически только из ТЛК. Не, там уже нету. ВК появляется. Есть. А, который по 20 статов, что ли? По 20, да. И ВК появляется? Да, да. Откуда эти камни вообще? Ну, они типа начинают из перемолки добываться, да? Ну, их за хонор добавляют. За хонор, за баджи, за баджи, медальки, плюс трансмутов. Бля, я помню, как на Вармине было отлично, что с рыбалки можно было по 20 статов вытащить, блять, я их по 10 тысяч голды покупал на 20 силы. Потом смеялся, говорил, ха-ха, бомжи, ко мне минус 16. Хорошо было. Хо-ха-ха. Бля, вот третье место по ДПСу 26,7, второе место 28 тысяч. Я такой смотрю, и у него палка. Чего он там жмет, интересно? Я Алису посмотрел. Монетник? 70 тысяч дали только на раз. Остальные по 60 сидят. Буквально. Блин, ну ты мог бы 70 тысяч дать, конечно же, блестин. Ну, с тобой я лутал за первый полет 20, а не 14. Ну ты можешь лутать 20, а не 14? Не умею, пока 14 минут не попал. Че, ты там бочку Тию напялил? Подамажить? Ага, конечно. Я только Тио напялил. Не, Синх уже понял, как амбассадор. Я хотел семечко напялить, но вспомнил, что меня не взяли, потому что хуйня. Да Синх там сидит, блять, как амбассадор мотора уже, там в майке мотор, кепка мотор, блять. Я, кстати, видел вам мотор апельсин. Я тоже включу.
Конечно, видел, блядь, ты же амбассадор. Выходите с АФК, мы запыляем. Так, я вышел. Выхожу с АФК. Блин. Лоба, сколько у тебя эмбера? 18. Ебаный рун. Но мне вот сейчас выпало с Реалита и с Фонкса. А по живому что-то падает. Бля, надо, мне кажется, Next КД прям на фулл просто. Чтобы ему допадал уже. С Рагна падает Эмберсу? Да, падает. Ну всё. С Рагна, по-моему, всегда 100%. Нет. Чё, нет? Вроде бы нет. 100, а не 100. Так, все, слышно? Вертолеты будут. Я, кстати, думал, там что сложно в этих избираниях избирать. Ну, я смотрю, ксу каждый раз орёт ровно на 70. Это у меня закралась мысль. Ну, тут на 80, а там, ну, типа, с расчетом на слоупок немножко. А, Джикс. А, ты же спиздил тогда, забей. Всё, сосать. Там, гуляем? Я беру. 5, 4, 3, 2, 1. Привет. Будем поздно стакаться. Так. Без приста стакайтесь. Все, выходи. Фред? О, не стакайся. Это мои кристаллы. Эрбы. Твой мальчик. Они тебе принадлежат и таким же, как... Так. Да. Дашь пи***? Эй, это чё? Мне давай. Привет. Спасибо. Я вас понял. Да с палкой покрутишь. Ты поел просто. Ты на той неделе забрал. Так. Без рова. И потом все будешь впитывать кого. Ну ладно, ладно, я не жадный. Ну, вообще, да, с палкой все твои. Бля, ладно, жадный. Фу. Ну ты же стопудово жирный, вряд ли. Привет. А, да? Я фотки дал. Фотки скидывал. Зервусь. Штаб, пожалуйста. Ред, ты лучше на другую сторону выбегал. Ходите, представь сейчас. Лазерлоску. Слух, осторожно, осторожно. Давай, там просто арбы. Так.
вперед. Пиздец. Так. Привет. Ты... Ты пират? Он пират. Беспрестанно. Понял, красавчики. На тапках выйдите. Почему беспрестанно, ты дурак? Ты за 10 секунд типа стоишь? Ой, бля. О. А я-то тут при чем, блядь? Почему без тебя-то? Потому что я выбегал, меня... у меня секунда была до седов, я выбежал. Ты должен сбежаться, у тебя там 10 секунд было, блядь. Там если 6 секунд, ты сбегаешься, а потом просто выпрыгиваешь. Ну, забей. Прикол. Я 10 хотел. Когда Рагана уже убьёшь, ебан? Понял, арбов больше таких нормальных не будет. Не служили. Мне больше интересно, что если бы было, ну, 8 человек, то мы все равно нормально все было бы. Ну, так откуда 8? Значит, было 7. Ну, потому что я выпрыгнул, Кладис стоит, и Лоба такой, я буду стоять. Хотя бля, ну не просто же так за 3 секунды выбегать с ними. Они, блядь, там за 7 секунд, за 6, Лоба сейчас резко. За 5 секунд, всякое такое. Ну, пиздец, ну, блядь. Ну, я заодно выпрыгиваю, типа. Какие вопросы? Ну, он... Рейд ДПС был такой не очень хороший. Забирай тогда просто GX все. Окей. Как бы, ну, в последний раз. Ну, мне первая не очень нужна, потому что... Да не, бери, заебал. Ну, просто как тебе будет нужно. Ну, типа, начиная с первой, 2 минуты тебе не понадобится... Если не понадобится, то можно будет, ну, просто максимизировать рейдовый ДПС, банально. Если понадобится, то лучше себе возьми, если это сильно тебя достанет. Кидай мне на ДК под болезни. Не лови лучи, заебал. А то мне больно. Смотри. Угадай. Кто там так кончено, блядь? Я думал, он не достанет. Да. Я думал... Ну там, блядь, на мимо. Можно, подождите, минутку, короче. Зачем? Я если чекал, минутку чекал фаерлим. Стрим. Я чекнул стрим. Макрейн прыгнул обратно в босса после чаржа на 95 энергия. А сколько у тебя секунд было? Седов на 95. Сейчас скажу. 8 еще. Кабля, а, это очень много. Че, нахуй, охуел? 8 секунд, ебать, давайте выходить. Каждый за 8 секунд до седого будем выходить. Ой, блядь, закройте ебальники, пожалуйста, а. Не, ну оба, а, ну, да. Это реально всё? Прикол, на попу блядь. Сел, блядь. Поставь камни. Поставил. Лоб, ты чё быкуешь тут, я не пойму. Не да, надо. Блядь, мы сами виноваты, а он не виноват, всё. Чё, непонятно. Бля, ритейл плеер, нахуй. Что ж ты не такой? Классик, точнее. Кто вы из презервативов Бьёркс? Классик? Тогда. Ритейл. Ты охуел?
Нет. Поздно стакнемся. Так. Нет. Окей, ты опять снял рано этот бур? Походу. А сейчас без пристава. Так. Ну да. Ред. Ебать. Пугался? Да. Ой, блядь. Ой, блядь. Не стакайтесь. Блядь. Так. Давай, пей. Ред. Так. Нет. Стойте так, чтобы вы были готовы стакнуться. Еще так, пожалуйста. Так. Нет. Так. Что? Нет. Я хз, не уверен. Ну, он хули френси там избивает. Спред. Ой, блядь, хуево получилось. Так. Нет. Сумру, блядь. Крутишь. Если что, есть стрели. И мастер сейчас будет скоро. Стак, стак. Без приста сейчас. Ред. На лестницу уйдите туда дальше. Так это же спрот. А, спрот, 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 держит. Прям сильнее хз. Так. Нет.
Легендарный корпус. Угу, не слякать. Так. Фикс, блядь. О, шея, наконец. Это пизда просто за 5 боссов, 2 кремния упала. Эмбер, да? Ну, две хуйни, короче, тут. Хуёво, блядь. Ну, шоу, плечи нужны? Или нет? Ну, мне только есть, ну, на... Там, на перековку только есть. Даже Вадим, кстати, есть. Даже Вадима больше падало. Ну да. А, ты не хочешь там... Ну ладно, понятно, окей. Меньше 5 не падал вообще, по-моему. К слову, тоже вроде не падал меньше 5. Но мне нормально падал, да. Йорфич, а тебе нужен Вессельс? Кто? Вессельс, Рагнар. Конечно. Понял. Может, на другого раза идти? Да, у меня там Вессельс. Охуеть, блядь. Чё? Не, ну вообще я могу уступить, мне не принципиально, мне не сильно. Да не, ладно, пусть сначала у всех будет, а потом, когда уж прям вообще, блядь, даже крамбику не надо будет, тогда зайду. Не, ну крамбику все точно. Если крамбику надо будет, то он, блядь, просто за ней. Мне сульфу забирает, не пиздец. Че у нас, ни одного эмбера? Один эмбер только за весенство выпал, да, и пиздец. Он куда-то по рукам ушел. Какой обычно? Кремень? Не эмбер обычный. А, этот? О, нихуя ты насобирал, спасибо. Не, там все там. А ты точно наши все поотдавал, или это твои тоже? Рамбик. Что-то мне 5 штук поднял. Ну что, я пошел, Сова? Кулачку. Полетели. О, все, пока. Ебани рипнул меня назад. Хорош. Киберспорт. Киберспорт. Я сначала даже не понял. Молодец. А потом как понял? Ну. Оп. Мусорок. Чё, блин? И шейми срок. Бля. А чё у тебя там происходит? Сын шлюхи 80 уровня на прот-паладине просто решил меня начать тренировать. Хорош. Согласись. Согласись. А что, мы брейк сделаем минутный? Чё, Кладис, чё? Можем? Кладис себе. В смысле, кота бью. Так я не 80-го лава. Ты про чё, блядь? Я на ритейле, если ты имеешь в виду, я протопалом не буду там играть. Там на танках играть, блядь, на, ну я не знаю. Это пиздец. В смысле, нихуя не делаешь на танках? Ну, сейчас бы играть в игру, чтобы нихуя не играть в игру. Типа, да? Ну, это пиздец. Согласен. Еще на Рестер Шамане предложи мне поиграть. На Рестер Шамане поиграй. Охуенно. На самом деле там
ну, непростой. Там же уже нету пуля. Очень сложно. Пока не постоишь. Не, если ты нормально хочешь играть, то непростой. То есть вы меня байтите на рестор шамана сейчас? Не, я имею в виду, что, ну, типа, если ты еблан, то ты просто будешь чайники спамить, и это изи, да. А если ты не еблан, то там так, я надо поиграть. Против. Но там, по сути, все кнопки, что на Кате, кроме лужи? Ну да, а еще там. Нет. По-моему, там нету этого потока. СОТ нет. Потока нет. СОТ нету. Ну там у тебя там лезер, типа, всплеска нет, точнее. Малая, обычная и большая. Бля, чисто мажор лежит в третьей фазе. Вообще тут. Хоть ну да. Там три обилки, по сути. Ты уже не сосед. Ну, да. Нет. А вот там тебе не надо сдать квест там, или тебе сердце уже? Мне есть? Сердце надо. Ага. Там, короче, более эффективны вот эти восстанавливающие ману хуйни. То есть монотай там более эффективен, моногим и так далее. Тут они просто пожилая хуйня. Ну, это похуй. Там заебись. Но там, короче, три хилобилки у чела. Это волна, великая волна и цепная. Ну и быстринка четвертая. Все, да? Или быстринки даже нет еще? Есть, есть. Здесь еще малая волна. Нет, есть. Там две волны. Там правда, есть, они, там большой. Они три разы? Нет, там маленькая и обычная есть. Обычная, да. Типа, как большая. Ну, короче, нету всплеска, нету лужи, нету СЛТ. Три обилки нет, да? Угу. А так, типа, там что-то понажимать даже можно. Ну, ну ладно, да. Тогда. Тогда не так плохо. Не, Рестор Шаман веселый. Особенно, когда те кричат «Геру, Геру». Где-то ты мало. В смысле, Спеллхантер пусть жмет, пошел нахуй. Чё, охуел, Спеллхантер велкам нажмет. Сосим, там обычно один Рестор Шаман еще 25, так что... Еще вопрос. Ну, он берет ради 10% от тайма и, типа... Да, типа, паладины это лучше хилит. Ну, типа, обычный сетап это 2 хапала, ДЦ, Эртру и Эршам. На первый патч. Ну да. Нихуя. Ну, хапала это прям мощь. Сманите, пожалуйста. Реально мощь прям? Ну, там, да, хапала ебут. Хуя. Канц, смани. Ну, на Эрдру там вообще, бля, пожилой, ни гармонии, ничего нет, сиди, блядь. Там, да, целый Эрдру. Там, короче... Да-да-да, там топ-ротация, это, короче, ВГ, 5 реджувок, ВГ, 5 реджувок, ВГ, скинуть через НС-ку ХТ-ху, и дальше ВГ. Чел. Wild Rose. Нахуй. Буйный это буйный рост. Ты еще скажи, ну, реши жми. Нуриш не. Нуриш это так, emergency. И тут Кладис. А это что за... А, еще Свифтмент есть, но его типа через реджуху разряжают. Ну, Свифтмент это как бы... А, он там еще лужи не делает. Ага. Не, не делает. Да ну, блядь, не знаю, скучные хилы там. ДЦ вообще это спам щитов, правильно? Там и ДЦ нету атонмента? Нет, конечно. Нету. Ну, вообще неинтересно на ДЦ играть, по-моему. Так ты сейчас, если все эти разберешь классы. Там нет, такая... там вообще интересно играть. У Фурика две кнопки, там только самая нормальная скилловая. Это только, наверное, на ретрике на каком-то шеймом бахах. Сегодня, что ли? Чего-чего? На ретрике три кнопки. Кнопки. УВС, буря и экзорцизм. Ну еще лужи. А, ну лужи, да. Я имею в виду, когда уже будет Т10, когда... Ты отслеживаешь свинги, чтобы бури не проебывали. Про это я имею в виду. Чел. Ой, да мы сама проебывали. Мне кажется, мне сказали, что на Ферале там прикольно ДПС. Да, да, это прям. Вот я Ферала поэтому и качаю. Ферал по ротации, он давай ДПС. На ФДК прикольно. Дилдон, Дилдон. Ну, у меня ДК уже есть. Расскажи ротацию Фуривара. Ротация Фуривара. На Ханте там прикольно дамажит. БТ, ВВ окно, БТ два окна. В окна ты сьёшь все, что можешь, все, что есть. Я тебе например, что можно сунуть туда? Ну, слэм, Сандер. Ты стакаешь Сандер и в эти слэм. Ты кастуешь слэм? Ты ёбнутый, блядь. Можно слушать, чел. Смотри, сначала ты стакаешь Сандер и в эти окна, дальше у тебя есть такая хуйня, что тебе прокают слэма без каста. Какие нахуй стакать Сандер, бэр? Пизду. Ясно. Да, если, а еще, короче, пожилой редлидер, короче, сделал себе
ВАшку на отслеживание сандеров, и если их не 5, то он говорит, блядь, где сандеры, блядь, где сандеры. Утилайт Рога с экспоз талантом, пошел нахуй. Блядь. Ну, Утилайт Рога, его не существует. Он существует. Где сандеры, короче, и оградиться каких-то дел, которые стакают больше всех сандеров. Да, да, было дело. Блять, конечно. Ну ты сказал, что я них не буду стакать. Багишки, кто-то чекал с этими новыми с этими заданиями? Блин, а это мем какой-то, было. Звучит как мем. А в Армсе там вообще нехуй делать, да? В Армсе не играет уже потом. Ну, просто, о, не, прикольно, почему я с Шемом побаловался. Прикольно, блин, но, прикольно, но мемасно. Ну, Роги там вроде как везде плюс-минус. Ну, Роги и будут. Один я имею в виду по ротациям, типа у комбата там. Нет, ну какая-то... Синистер спамишь, типа, да? Синистер, СНД, Рапча и Элис, и все. Даже Рапчу можно выкинуть. Ну, а если ты гений разума там в циркуле, то можно без Рапчи играть. Гений разума. Не, гений разума с Сизинга. Ну, тогда тоже можно без Рапчи играть. Рапчу юзать. А, ну что, Триксити? Бля, мы будем играть, не? Похуй вообще. У нас БДК ФК. Хотя я не понял, может я вообще юзать. Ну, не похоже на то. Блядь, это было давно. У меня уже разбойники трёхкартовые. Рапча точно больше дамажит, если Эвик не критует. Если Эвик критует, то Эвик больше. Да, нет, вот Рапча-то не критует. Нет, естественно, с РП. С РП она не юзается. С РП юзается. Ты гоняешь два куска и юзаешь. Это больше ДПС дает. Подожди, Рапча критует? И что? То есть дота критует? Нет, ну, кровотечение, блядь, критует. А блиды всегда критовали, привет. Да? Да. Да все похуй, потом попиздить. Поехали. Я, блядь, вообще не понимаю смысл это все обсуждать. Кто противопиздит? Ёбаный ботский аддон, нахуй, с двумя кнопками, блядь, у всех. Ясно, хейтер. Осваиваем или убиваем? Дело, дайте. Убиваем. Начинай. Фласк дайте. Фласок дайте. Эквей, 7 минут убиваем. Давай убивать, ёбаный рот. Бабычку ставим. Бабычку? А, хорошо. Поставь ВКЦ, котёл. Котёл. Сколько там, кстати, штук осталось? А мы вообще, блядь, там следим за этой хуйней. Два штуки осталось, нихуя себе. Так надо, блядь, продавай, шо у тебя там есть бабло? Ну вот, эмберов есть, сейчас продам и будет. Ну эмберы там, блядь, валор продай, скинь, пусть купить фласки. Или вообще лучше травы купить и доделать, мне кажется. Травы. Или хуй его знает. Валор где продается-то по 900 голды, наверное, где-то. Ну это как ни крути, на один. Кто, разберите? До сих пор лежит. Понятно. Hey, let's go! Че, сегодня фасткил делаем, да? Нас вар с сульхой? Let's go. И это, блядь, еще 2 месяца до ДД. Нормально. Еще 2 месяца? Там на штрафора же уже это голосование. Подожди, да, пока. Ну, если мы за 2 месяца не научимся спидкиллы делать, ну, я тоже считаю, что... Ты не ожидал, что мы Алису будем быстро убивать до ДД? Ну, блядь, это надо поаплодировать Синку. Так мы уже похлопали, ты пропустил. Да я вижу. Блядь, убивали так быстро еще сколько, 3 КД назад, а на Макрон только дошло. Нет, по-моему, 2 только дошло. Просто в этот раз я взлетел на второй, и мы все равно быстро убили, понимаешь? И я смотрю, у вас урон нормальный. Как бы я вам респектнул, а ты еще, блядь, пиздишь на меня. Нормально. У меня там КД было больше. Ах, и залетать же изи. Расскажи это, блядь, кое-кому. Кобы? Тебе уже 30. Рагнарос. Так, вы же на равне, что ли? Да. Я тебя сейчас повернусь нахуй. Run away, little girl! Run away!
Бля, Крамбик, иди сюда, я тебя поцелую, бля. Подойдите на диа. Что? А, да? Давай мне. Бэт, ты думал? Да. Что происходит, блядь? Нихуя не понял. Он диа забыл повесить. Повесит. Давай. Мили. Чего? Беги. Ебашь его? Ну, хватит меня кончать, блядь. I'm coming. Найс, метки. А без меток, играйте. Правильно. А ты что, глуп? Я? Он просто дэйбл. Да. Просто дэйбл. А, ладно. 3, 2, 1, побежали. А чё, блядь, с уроном нахуй? Вот реально, блядь, каждый ёбаный раз. В нормальном рейде они уже полпути, блядь, умирают. Что за бред? Угу, я понял, нахуй. Вот это вот хуйня, когда чел, блядь, таунт ебаный, слабрыганный, жать не умеет. Постоянно, блядь, вот каждый раз эту ёбаную тысячу, блядь, иди нахуй, ты заебал! Серьезно, блядь. Парни, стоп, путь, пожалуйста. Ты вместо того, чтобы сказать, что это нормально, ты, блядь, постоянно пиздишь. 2, 1, побежали. Че вы пиздите на пуле, ребят? Спаси у него, нахуй, он пиздит. 5, 4, 3, 2, 1. Да мне похуй, чей-то косяк. Да, блядь, успокойтесь. Пушите быстрее, чё с ДПСом? Молчи. Этот, Акация 7, ходите налево. Улыб, которого меньше хп бить. Уже свищните таргет. Заклюю. Уёбок. Три секунды в мир огня.
Nissan. Мир в огне, 3 секунды. Ложь, пиады. Чё? Второй прилетит, дожимайте. Откатывайте метеор. Зачем толкаете-то? Откатывайте. Он на локе был, блять. Лок сосать должен. Алло. Всё нормально. Я сейчас толкну в ту сторону, да? Давай, давай, давай. Кидай. Дальше кидай. Найс. Джикс толкает. Это прикол? Ну, чё ты берёшь? Умрите? Или дайте мне СС, я рест. Нет, я не нажал. Я рест. Типа полотно было близко, я думал, что все нормально. Yeah. Такой ситуации, отойди, пожалуйста, назад и толкни его один раз. Ёшки, сейчас что ты молчишь-то? И что мне говорить? Ну, тоже ралли, типа, заколить себя. Иди дохни. Наверное. Хотя... Не, нет, Катя, там 6 минут. По-моему. Ну, мы пока забафаемся и так далее. У тебя есть пиньята на этой стене? Да. На аукцион. Есть. Поставишь там потом. Покажу, куда? Да вот, вот тут вот где-то тыкай, да. Сейчас там Сладис поговорит. Кулак дайте. Я понял. 5, 4, 3, 2, 1.
Run away, little girl! Run away. Дай сокру. Мили под молот. Берите ближний. Один, побежали. Five, four, three, two, one. Побежали. Переводить. Ага. Мили налево. Угу. Кто-нибудь возьмите самого левого, да? В огне убейте, сейчас зайдет. У меня нету гриппа. Стан. Стан дайте. Следи, чтобы не заклевало того сына. Подмолот. Выйдите только с этой хуйней. Блять, прям на экзекут на клиф.
Run away, little girl! Run away! Run away, little girl! Откатывает. Чил? Очилить. Я умер. Есть рез. Дайте бы. Джейк, кстати. Забыл вроде. Блять, пожалуйста, сделайте все красиво. Шанс, блять, на логи. Дайте бафы. На логи? Да. У меня ралли КД 40, если что. Окей. Плати налоги. Уже все КД. Барьер есть. Run away, little girl. Run away. Run away, little girl. Откайте, откайте. Блять, толкайте нахуй его. Кельц. Толкни. Все нормально. Толкни разок. Толкни разок. Угу, все. А ты играешь сам? Ну, лучше посмотрю, где руты. А, нормально. Нормально. У меня ботинки да? Есть, на ботинках побегу. Да ты так можешь. Ну, только пощадите просто. Надо завести, блядь, он сейчас туда встанет. Куда? Убивайте, убивайте его там. Выйдите с полотна, в полотне будем. Нет, только пощадить надо. Метеором еще. Тоже хуйня. Дредфлейм. Прямо под метеор. Угу. Сейчас похилите, пока поставлю. Ралли есть. Есть, да. Нормально. Но надо кол, я не буду просто так. Ну, бегать бежим, будем с Даш. Дай пиай, пожалуйста. Сейчас полотно пропадет, новое будет. Мне он будет заливать. Сколько у тебя до пиай? Там заведешь. От полотна видишь? Давай зубы, давай зубы, давай зубы. Заходите, заходите. Бык страшно. Да нормально, не ссы. Уёбок, мне просто на последней миллисекунде обновил стаки. Блять, вы чё нахуй? Чё вы делаете, вот реально? Полотно две. Ай, ралли, что-нибудь. Раллик уже давно. Да какой нахуй, блядь? Какой цирк ёбаный, кто там сзади пробежал, я бы ему ебало начистил, бля. Ты в том меме, блядь. Я сейчас умер. Ебать, вы хуйню выпороли, блядь, просто забей. Блядь, пизду. Меня нету в полотне. По-моему, акации не было в полотне, блядь. Зато вы еще умудряетесь, блядь, гейзер делать. Кстати, может быть и я, да. Ёбнул. Скорее всего, даже. 5, 4, 3, 2, 1. Да. Че, вы убили в итоге, не? Не. Да, кого там? Да. Финмас. Ну, зато фаерелем спло будет. Она тебя кидается, ты баф? Разнородности, да? Не-не, он не работает, Герри. Так я понимаю, что не работает, он кидается или нет? Не, нет, нет. Парлем с пула заявились. Только, Йорч, поставь ради Христа пул 30. Я типа тринкеты свечу, чтобы ну, на СПД нажать и фаерлем посильнее вызвать. Хорошо. Спасибо. Можете рембота поставить?
Пирог. Можем. Можем. Не? Не. Поставим. Тебе на анхолика только приехать, что можно делать? Какой? С мажор. Не, мне не нужен. У меня есть. Спасибо. Приспал? Ты можешь пиньяту поставить, алё? Ну, только заранее, а не... Ну, он не про всё ещё поставил. Там первая фаза 1.5 минуты. Так в смысле, про на прошлом пуле тебе говорили, ты можешь поставить? Ты сказал, да. Чё, да, так там пол-двадцать был. Ну, так сразу тыкнул, и всё. Скажи, вот, примерно, вот, когда будешь пульт. Так, сейчас я всё сделаю. Да вот прям сейчас её ставь, и всё. Темы по пути пиньяту ебану сейчас. Она только на первую фазу, да. Держи. Еще вот этот тотем. Все хорошо, Ерхич, на черту. Бля, ну Ерхич, это, конечно, блядь, там нормально ебать. Забей, забей, забей. Я вообще, да я себя испугался, пиздец. Я не знал, как мне вот повернуть, блядь. Я не знаю, я думал, что я не зацеплю, типа, не ебану. Джекс, я не за это говорю. Это там я на... Джекс, короче, я Джекс, как на лезвие Джекс, бежал. Джекс, Джекс, Dark Content, okay? Я думал, босса подкрутить, блядь. Да, давай пуляй. Там Украин по телефону пиздит. Там, может, нет. Кстати, я не мог метеор бить, почему-то когда он закатали его. Я тоже 8 был. Я вообще охуел с этой хуйней. Не понял, типа, в чем прикол? В чем прикол? Я не мог метеор бить. Угу. Я его 150 тысяч, кстати, набил. Пока босс в корнях стоял. Блять, он и шел почти с центра, аж туда в край, и он мне стаки обновил. Ну это пиздец. Ой, сори, парни, я тут. Го? Синг? Тут? Да. А то там вторые перчатки не откатываются. Бля, такой пулешник был. Най? Обидно, сука. Было и было. Да, ну там на прокол красиво. Доебал танк руинить второе КД. Там бы 30-ка плюс было. Еще и уронили чела зачем-то. Ебаный. Там Сладис выносил. Мне специально уронили, чтоб я спотом на 4-й фазе бил. 5, 4, 3, 2, 1. Согласись, ебать. Собьешь? Угу. Сокру? Run away, little girl! Уже босс сейчас закопается. А похуй, все равно, чтоб сильно не бил. Кидай. Чтоб хилы почилили.
Мимо. Идите, мили туда все. Блять, сник. Это мое, блять. Три, два, один, побежали. Five, four, three, two, one. Три, два, один, побежали. Синх, акация, вот убьете троих? Не-не, я тут буду. Синх или акация можете подать. Ну или похуй, тут умер. Блять. Метку там нужно. Не убивайте последнего. Убили, да? И бомжи сразу. Нахуй вы вообще трогаете, бомжи, блядь. Нахуй ярит. Ну это, блядь, два метеора нахуй. Не, нихуя, еще поднажмем. Поднажимайте. Я сейчас согласись будет. Там... Чего, блядь? Действительно, ну да, вот я тебе ебанутый. Я ебанутый, значит. И не тебе вообще про один за один. Да не, это я ебан. Сори. Бафли. Мне казалось, я типа стою нормально. Вперед прошел. Давайте огни будут. Ну будет два термитера точно. Блять. Толкнись, кто там? Я далеко. Run away, little girl. Run away. Откатывайте, блядь, не знаю. Откатывайте. Horrifying.
Окните. Да. Run away, little girl. Run away. Джек, сменяй. Все, Ханта можешь не хитить. Да не, меняй. Меняй. Ты на своих. Угу. Спасите. Ну, мне просто оббегать до хуя надо. Меня тут похилить. Я не завожу в старое полотно, выйдите. Окей, понятно. Заведите один старый. Заведи. Ну. Че, ебанутый? Я пошел заводить, я... Да хуй так, блядь. А чё вы там дохнете, умираете, блядь? Там метеор. Да потому что, блядь, метеор не может зайти. Падайте, да забей, тут два метеора вообще можно было сразу падать и не пулить. Чтобы поиграть в пиздата, блять, охуительно. Да, этим добили. Там, два метеора покатать, хуй пососать там, блять. Что... Говна пожрать. Ладно, похуй. Сори. Да там дотки висели, это понятное дело. Не, типа его с 20% что-то прям так нормально ёбнуло. Дом повесили. Ну, он к центру подошел, его оттолкнули, и при этом на нем еще доты висели, вот он и сдох. Нет, не про того сына, который через лаву шел. В лаве умер последний. ВВП. Хазе. Угу. Хазе, может, его зачейнило? Нет. Нет? Бля, я, конечно, кинул ему рип, но там на двух или трех комбо-поинтов, и чтобы он снял, блядь, 150 тысяч, такого быть не может, поэтому мы сами заебались. А там еще висел у него рип? Я говорю, я его на двух комбо-поинтах скинул. Он там, блядь, что бьет, что не бьет. Че? Кенни это спрашивал. Спасибо. Вот все. Извинись. Сам извинись. Я уже 2 часа пойду это. Давайте босс сделаем. Мотор, да? Тут пиво перешел. Дай, Марк. Чтобы мотор пить, не обязательно выходить. Понял? Да. Не обязательно выходить из дома. Так, когда в доме свой холодильник мотора. Ну чё ты? Такой... Одну секунду, телефон. Уже все, уже не будет, да, я что-то хотел сказать, уже все, уже не будет. Привет, да, я сейчас занят, но освобожусь. Пиздец, он там важный, нахуй. Ты чё,
ёбаешься. Я просто по расписанию, он в 2 часа должен был закончить и идти уже тёлок ебать. К слову, тёлок? Не-не, мужиков. Мужиков? Блять, у меня микрофон. Да. Да. Там пацаны уже под подъездом с пивом стоят, блять. Там пацаны уже мотор купили, ждут. Ну ебаный рот, блядь. Так, солдка, сейчас, секунду, я в рейде. Да. Мне просто сказали, привет, пойдем мотор пить. Блять, я бы не отказал себе никогда от такого. Грустный голос имеешь уже, знаешь, блять. Я такой, не, я уже... А, понял. Ставь меня, пчёл. Подожди, блять. Блять, моторчик. Отмени пул. Ёбнутый. Не ставь теперь. Блять, сколько еще секунд надо сказать, чтобы отменить пул? Ну сколько? Чувак, но я уже истерию нажал на 10-й. В смысле, блять? Ебать, уже все понажимали с 10-й секунды, а ты говоришь на 7-й, отмени пул. Бля, я сказал за 10 секунд. Нихуя, блядь, не за 10, окей. На 10 я уже кинул. Всё, я понял, окей, в следующий раз только откройте свои ебальники, пизда вам двоим нахуй вирусом, ебану, блядь. Я понял вас, всё. Ну, тогда если там больше и открываешь, там-то и дело. Вместо того, чтобы нормально сказать, на куле ты, блядь, вместо того, чтобы 30-й раз, когда мы босса этого убиваем, нажать свой таун, ты, блядь, будешь пиздеть, то я тебе что-то должен. Лучше буду, блядь, хуйню потом говорить, вместо того, чтобы просто, блядь, чел. Какую? Ну а что ты нес, блять, во время пула, не помнишь? Сказал, что я заебалось, то, что танк не может таунт нажать. Конечно, что я хуёво сказал. Так, Ация, у тебя КД какие-то есть сейчас? Он же всё нажал. Плея, у него плея. Ну вот я и спрашиваю, я мужика не видел, может у неё и нет КД? Сорок. А, ну на плею КД дымит. Нахуя мы отменяли пул? Расскажешь хотя бы? Чел, пока ты не додумаешься за одну секунду до мира огня нажать таунт на босса, не говори мне нахуй. Ну ты все, блядь, иди в мут, ну, вот нахуй, все. Заебал, блядь. Ты до сих пор не додумался за одну секунду до мира огня. Нахуй я с ним вообще разговариваю, блядь, если человек просто не хочет нормально общаться. Я с тобой нормально общался, ты хуйню сделал и начинаешь реветь и тильтовать, как обычно. А мы в канале рейд или дружелюбное общение? Рейд. Все в порядке. Яркич, ты не будешь уже? У тебя не откатится? У меня сейчас секунд 30. Ну, давай без этой хуйни начнем. Ну да, я погнал. А была бы у вас сова? Сейчас. То? Пеньками без пулева. Была бы у вас сова, был бы сидеть. Пол 30, пожалуйста.
Отмените этот. Давай, звук. Понял. Билли и Лемми. Что там я вижу на экране? Спасибо. Это прикол такой. Сноубом там ехать было. Не знаю, у нас типа три кливера, один нет, и акация по на какой-то хуй с нами тут в толпе стоит. Когда там один моб справа. Он стан-то у нас. Справа. А кто тогда туда должен быть? Ксул. Нет, Ксул кли. Ну, Ксулу профит меня же сюда, дохуя. Три, два, один, побежали. Два, один, побежали. Блять. Мели справа. Синг возле молота, убей. Блять, бегут слева дохуя. Там опасно развили. Смотри, чтобы он не дошел до луж. Будет убить. Он дойдет. Я его грипну сейчас сюда. Свичнитесь другого. А, все, он все равно заебись сделал. А ты тут должен? Ну ладно, у меня свое есть. Да, у меня свое есть. У меня свое есть. Откатывайте, откатывайте уже с молота.
Блять, я распределился еще лучше. Давайте не обосремся. Ну я похилить, ну. Пожалуйста. Сосал, Джикс? Он да? Стоит, сосет нормально. Кайф. Let's go. Ралли закрой, ладно? Я не буду заходить. Достаете до босса? Я катаю. Да, нормально все. Скажите, кто идет, где второй дресс-тайм? Он слева далеко в углу. А, вижу, вижу. Где-то рядом корм его. Заведу. Катай, Джикс. Сейчас покатаю его тогда. Давай. Защита, ну теперь ставишь. Утёр после рутов заведёт. Рядом с... А я в новое полотно пошёл. Я пошел в новое полотно, заводите. Заводим. Блять, да кто это? Не толкаем, не толкаем, да. Надо в новом потушить, нормально. В новом потушить. Новое полотно туши, блять, быстрей. Все? Тут пиздец начинается. Давайте, Митер, дай этот ралли себе. Блять, кто? Че? Да там кладезь, блять. Возле зеленые потуши, дай зуба. Я заведу. Угу. Можно, давайте же. Или может ты заведешь? 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 Окей? Нихуёво, сейчас умру. Окей. Забирай босса. Арест, да? Джик. Только выйди с полотна. Пизда, блядь. Либо Ферал, кто-нибудь. Я дал, я вышел. Шо? Заберёшь? Я забрал уже, уже забрал. Вот это так не описано. Мне надо что-нибудь. Бомжа ем. Мать пизда. О, нормально. Чисти просто вокруг у нас и все. Тут ебать, я уже горю нахуй в огне стою. О, врутов тогда. Мне тоже пробуйте добивать. Просто в корни. Я его в руты, я... ага, оставляю. Бейте его, так. Просто бейте все. Я тебя на чуть-чуть. Я сейчас уебу от него, я от него уебаю, я от него уебаю. Сосун! Ебать, так, пу, я рот ебал. Ооо. Ух, Трикс. Я, кстати, лут прикольный. Бля, такой пизда, типа там эта хуйня в шипе заспавнилась, и она не потушилась. Ну, бери Джекс, получается. Получается, тебе, типа... Мне нравится, что... Вон сердце под боссом забери. Видишь? Да правда, да? Да. Вы все спалкнулся. Спалка уже все. Бля, пойдем фоткать палку, что ли? Ты что, на приколе? Где она? Ты не взял? Нет. Так вон под боссом вот. А вот очень-то блестит. Вот, да. Вы знаете. Вот это вот что тут. Вот эти босс? Там матрица еще лежит. Матрица. Не, там рядом с боссом, по-моему, должна быть такая штука, которую забирает. По-моему, он... Не, на дырку накидался в сумку. Да, чекает сумку, может, у тебя уже есть. Не, нет. Угу. Хочется сегодня собрать палку. А, да? Из босса никто не может, да? Идите вообще, блядь, пусть к силу разъёбывается. Оно одно, с одной стороны видно, как этот человек, а, с другой стороны не видно. Короче, я... Вы хуёвого босса убили. Блядь. Топ-1 вар на Рагне сосать, блядь.
сосать. Ты что, никак нельзя прокликать или что у тебя? Да ну, короче, кто появляется, то нет. Что за бред? Ну, давай отойдем. Напишите. Оно вот, когда сзади стоишь, оно не видно, а вот... Су, разверни, короче, камеру к выходу отсюда, и ты увидишь ее. Понял? А, ой, я вижу. Камеру разверни туда, типа, и... Дайте су муншотрат, кто может. Да, но я кликнуть не могу, потому что босса, типа, клик мешает. Пиздец. А что в боссе лежит-то? Пойдет, типа. База какая-то. Все, полутал, нормально. Все, пойдем фоткаться. Шли. Мать если он шатрат. Шатрат? Шатрат? Мы вот сейчас будем мультик смотреть, блядь, заебал. Омон овец. Что, блядь? Вопросы есть? Ну не мультик, а просто ивент. Кому? Ко мне. Ты говорил, какой там босс самый важный, Рагна? Угу. Все. Топ-1? Да. Какие ровно 10-я минута? Ровно 10-0. Ну, красава. Бля, я думал, я сдохну там, потому что пиздец. Выше меня только какой-то ЛМ стер. Через 2 КД уже будет другое. А вот тушил бы у нас вар, все бы потушил. Да, да. Конечно. Вот он бы мотора выпил, не потушил ничего. И босса побили, не я 10, говорю, а там один кусочек дредфлейма, вот который второй был, он заспавнился прям в шипе. Я типа вокруг него потанцевал, потом хуй на него забил. И, типа он просто не тушился. Uh-huh. И он потом разросся. Вот здесь вот, да. Сон, ну мы тебя ждем. Опухоль. Ну, блядь, у меня знаешь, какой комп? Опухоль. Да и плей комп ведь сладит. А кто маунта спиздил? Заебали, дайте маунт. Да, заебали, дайте вот. А, хотя палка вот считается. Кто маунт забрал? Я. Варлок. Мы, по-моему, уже всем выбили. Не, у меня нет. Ты же не лутаешь. Последнего лутаешь. Ох. О, крамбик. Здорово. Крамбик. Крамбик сел мне на хребет, получается. Давай, запускай на. Хоть не на лицо, хорошо. Сейчас будем фоткать. Все, на Рагну больше не ходим, пацаны, по факту. Питко. Запускай. Мало, чтобы маунта у меня точно не было. Понял? Это можно. А чё хуан какой-то пойдет? У меня что маунт 150. Никто не купил. Ясно. А нахрен тут на вас ролил? Ясно. Лажай, заебал. Я не ролил, у меня нет маунта. Это, кстати, это наследство. Спасибо. От легендарного Гарлинга топ-1, Т-11, Хантер. А, окей, Хантер с 3.5.9 пушкой. Да, с 3.5.9 пушкой. А где покупать маунта здесь? Не, ну вот, рядом с перелетом. 4000 ходит. Где полетка вот рядом, наверху. А маунта дадите? Чел, ты на этом же маунте будешь 280. Нету маунта. Так, Сладис, пошло хорош. Мультик нахуй. Где, блядь? Ебанешь ПТ-ху сразу? Садись на диск, ебать. Нихуя себе. Где я, Ксу, блядь? Я себя знал уже, флекс. Тупо око вечности, да? А чё, ой, ебать, происходит? Он летит на диске, нахуй. Смотри на этого чела, смотри. Смотри на него, блядь, смотри на него, блядь. На маунте надо. Это бочка бас просто. Контент пошел, блядь. Нихуя он летит. Какой-то петух какой-то не такой. Ой, ебать, это что за синий, блядь? Что, тоже нормальная птица у него. Вот даже тут Кэлисгас, блядь. Кэлисгас везде. Кэлисгас. Ну какой-то чего написал? Love you. I mean your char. Ага. За сколько он тебе купить его хочет? Скажи, 1к евро, блядь. Ну он твой. Ксул. Дилдон, начекай. Ага. Я даже не знаю, кто это. Да похуй. Я писал хуаю, блядь. А, блядь, так в смысле, палку? Палку смотреть хочу. Ксул, покажи палку. Чел, я тебе покажу его личку, как бы скину тебе, окей? Дай демку, блядь, крыса. Хуя. Или ты уже получил палку? Сейчас. Летит, блядь, смотри. Ксул, нахуй ты присел. Такая это... А где... Ты смотри, смотри, палка летит, блядь. Ты смотри, он свою палку в колес засыпал. Ну, колес, как говорил. Топ-1 логи летят, блядь. Топ-1 логи летят. Ты зачем колес свою палку кинул? Ксул, ну ты в курсе, да, что если ты топ-1 логи на NXRT не даешь, ты палку продаешь эндеру? На NXRT, да. У нас же, блядь, этих... Ты там на 2 недели отлетаешь. Чё?
Я next, я скорее всего, ну, меня перенесся вылет. Я, возможно, во вторник вылетаю. А так что я мне сразу. Next воскресенье, может, буду. Ой, ну давай снять через письмо. А чё? Не, я могу скипнуть. Да не, ну ты просто... Ладно. Так я недавно... Короче, напишешь мне, что у тебя там. Окей, не, ну я 18-го 90% буду. Но я напишу, конечно, если что-то. Хорошо. И прилетаю я первого обратно, так что я, возможно, второго. О, слышишь? Как раз Йорхич. Дай трейд. А ну? Я украл тебя. А топки нужен был кому-то, Йорхич? О, спасибо. Ну, у меня такое, если... Так, чисто панится. Ну, может, и рейхли надо. Я хз, это какие-то грузины, блядь, по скайпу воры посвящают. Забирай палку, нахуй. Нельзя еще. Руками бери ее, блядь. Заебали нахуй. Я даже не вижу, что они пиздят там. Был бы коровой, бы протянул бы руки и взял. Ну пока нельзя взять. Это арест гос. Арест. Это тебе от моей сестры. А может типа в рейзе нельзя сделать? А, да, по-моему, или вниз рейзе. Бан. А прикинь, сейчас квест не выполнится. Ну а чё, я просто заново возьму всё. Мотор, блин. Не, он, по-моему, должен... Сейчас там где-то засчитаться. Там должна палка, типа, детективная, просто на неё нажать и забрать. Не, она не активная, нихуя. Не, она активна, ты можешь не контактировать, но типа... Да, но я не могу контину нажать. Ты, короче, всё, ты теперь летаешь вечно на этом диске, пока... Всё, короче, ББ, да, пока серфи не релогнут. Бля, ебать, как... Так, ну я, короче, заново, наверное, возьму что-то, пиздец. Бля, ещё посмотрим. Лети, ещё посмотрим. Всё. Бля. Скам какой-то, блядь. Пиво, блядь. Просто Ксул въёбывается. Так стой, подожди, блядь. А у тебя... А вот винилс. Ну да, у тебя же квесты... Не, там я сердце сдал, там просто надо взять его. Поговорим. Всё. Бля, ебать, вот сейчас... Иди сейчас бы заново фазу, хуяндок. Как знаешь, это как шарды, блядь, по второму кругу, блядь, пошли. А прикинь, вот эти челики подлетели сейчас, которые мультики смотрели, блядь, не подумали, а чё за хуйня вообще? Где ачивка, блядь? Два дают. Всё пропало, нихуя нету. Бля, Иксул, ты можешь нормально уже палку взять, чтобы мы фотки сделали и ушли? Смотря какую палку. Но он свою же колесик скинул. У какого роди? А, нихуя. К душе дракона прилетели, ебать. Мурлоки. Это кто, блядь? Мурлок стол май бэк, нахуй. Ты что, не знаешь? Крутые. Крутые. Правда, у Европы челов такие же гильдии было. А мы еще и на 2 секунды быстрее убили разнороз. Бля, с таким киллом. Так у нас воен распердился. Бля, а точно, типа, там, это, лоба на ШП сможет? Чего сможет? Ну, потушить все. Да потушить-то сможет. У него есть там на 15%. А че лоба? Меня? Он шрал просто должен тушить, бегать. У него баф есть на 15%. Какой шрал? Ты что, ПСЛС? Тогда вар тушит. Ну, а, это, ну, все, конечно, если он не свечит, вар уже прыгнул. Лар уже исполнился, все. Можно потушить, побегать. А ты в нашем рейде в среду собираешь или через неделю? Ну что, липал побегать? В среду, да, в среду. Угу. Слышь, Ксула, когда там фортунула на платформу наверх, что там дальше, что-то не могу понять. Я скипнул все. Да, стою здесь. Ну, второй квест это, когда после Синдери сдаешь, угу. Что-то пиздит этот колесгас, а потом тебя портует на платформу наверх. Ну, ты просто постой, типа, почили, все, я отошел часть сделать, когда делал эту хуйню. Там, типа, ивент, там же собрание. Да, мне просто кажется, если ты сразу скипнешь, то тебе хуем по губам проведут, типа, не засчитался. Да, походу, да. Надо посидеть. Бля, Ксус камер, да, короче, просто сдаёт квест. Пиздец, ты заебался. Отменяю. Ставьте лайк, попытка номер 2, комментарии, да. Записывайте. О, какие-то учи пошли. Ха-ха, давай, наверное, дадут 50. Так, для больших логов. Так, две руки просто по посоху, и там X3 спала будет висеть. Чистая фури шаман. О, всё, теперь засчиталось. Ну давай, let's go. Сейчас она к тебе подъедет. Так. Хорош.
Так. Ебать, блядь. О! Хорош, хорош. А чё ты садись на Таригосу? О, спасибо большое. В руки взять. В смысле, садись, надо в нее превратиться. Палку надо взять в руки. Блять, ну нахуя? БКшный гем внутрь, да? Ля! Ля! Чё, уже в руки скинь, блядь, фоткаться. Всё, фоткай, фоткай, Йорки. Блять, куда вставать? Смотрите. О, у кого камера получше, можете сами сфоткать? Я ебал, блять. А, напишите Mount Special. Чё? Вот так. Это чё? В смысле не триксовать? Чё, блядь? А, типа, летать можно. Он рычит, типа. Рычит. Ого. Всё, сфоткали? Не забудь только чарку кинуть, чел, чарку накинь. Ну, она уже башкашные камни. Башкашные камни уже ставлены. Обязательно. Чарка где? Алло, ты без чарки, чел. Сладис, реально? Сделай чарку. Сладис? Сладис, сделай чарку. Какой же ты нахуй, почему у тебя капаситор нормал, но есть через голос? Чел. Согласен. Пиздец, кому терку дали нахуй? Вертрент? Валя, надо было Джикса, вот у него ХМ капаситор. Бля, не перекованный, но... пиздец, он даже не перекованный, блядь. По факту. Надоебались. Пиздец, чел, какой же. Все, серьезно? Слабенький, блядь. Камбик, реально? Бывает, блядь, не знаю. Хе-ля. Уху, ха-ха. Уху, ха-ха. Блядь, чилить. Так. Ну шо, пойду. А чё, нифига, ну надо отменить квест и опять у него брать, что ли? Ну, типа, да, сделать. Сладис, а зачарь мне честик на 20. Надо пить пиво. Серьёзно? Куда ты, блядь? Сегодня ещё крутой рейд будет. Ты вниз спустился? Ты же видел, что там сверху твоя копия, типа, на драконе? Угу. Да? Чё, пацаны, да, нормальные вары сокеты по цвету ставят, правильно, гемы? Тупо на пол Оргримара, блядь. Пойду, это, два желтых грудак ебану. Чел. Это Ксул. Мне нужен... Ой, Ксул. Привет. Йорхич. Привет. Мне нужны два гем